المرأة الآن تهتم ببيتها وبأولادها. То есть также женщина должна уделять внимание дому, своим детям, وبزوجها, своему мужу. وبهذا تدخل الجنة. И по причине этого она зайдет в рай. وهي التي تربي الأجيال. تربي الأجيال يعني الجيل القادم. من يربي هؤلاء الأبطال, نعم, المهندسين, الدكاترة, نعم. Женщина, она та, которая воспитывает целые поколения. Говорит, наши, говорит, минувшие праведные предшественники, кто, говорит, воспитал тех героев наших, да, из наших праведных. И также, говорит, надо даже стремиться в первую очередь ставить довольствие Аллаху Субхану Тааля. Также она должна подчиняться своему мужу в том, в чем нет греха, в чем нет греха перед Аллахом. То есть также должна сторониться того, чтобы спорить со своим мужем или задавать много вопросов. И как человек говорит, что говорит, есть такая вещь, как тагафуль, то есть не обращать внимания на некоторые вещи, и это является половиной стеснительностью. То есть не обращать внимания на те вещи, на которые можно не обращать внимания. Но однако, говорит, нельзя закрывать глаза на запретные вещи, если делается что-то запретное из того, что не дозволил Аллах его посланник. И также, говорит, из тех молитв, которым надо уделить внимание, это молитва духа. Также читать добровольные намазы для Аллаха.